Друзья, всем привет! С вами Сергей. Как видите, друзья, пришло время нам положить вот то дерево, которое упало от ветра. Оно наполовину разломалось и представляет очень довольно большую опасность. Поэтому, ну что ж, как говорится, очки, каска на всякий случай, если какие-то ветки будут падать. Будем сейчас резать это дерево. Надо его положить на части, как говорится, насколько сможем, разрежем. Но самая главная задача – это его положить. Вижу, с ним будет работы немножко много. Так, пилочка у нас есть. Пилочка есть здесь. Ну что, уже такая грязненькая немножко поработала здесь. Шина у меня, правда, закороткая. Ну что ж, как-то придется дорезать. Как есть, так есть. Будем понемножку подрезать и резать. Как видите, друзья, оно довольно большое. Разломалось вот здесь наполовину. И упало, вперлось вот туда, в те деревья. И сейчас его как-то будет надо ложить, потому что думаю, что будет довольно серьезный кабум или большое падение. И надо будет очень аккуратно его резать, потому что вот шина, мне кажется, закороткая для этого дерева. Придется так вокруг подрезать его. Ладно, ну что, будем приступать понемножку. Его надо будет вырезать вот такой где-то уголокчик, треугольник, чтобы сделать направление. Вот это весь все дерево на этот столбур давит в эту сторону, поэтому падать будет вот туда и будет где-то туда ложиться. Оно, по идее, будет съезжать в эту сторону. Поэтому, если убегать, то надо будет убегать вот туда, в ту сторону, когда будет падать. Вот эти деревья должны поддержать и не дать ему падать в эту сторону. Я вижу, это дерево молния ударила еще где-то, может, лет пару назад, поэтому оно и подсохло. Yeah.
Do you smell it? Yeah. It broke so much. Друзья, все, смог я положить это дерево сам. Вот, смотри, какое оно получилось супер здоровое. Вообще просто это мое первое дерево огромное, которое я смог положить сам. Просто это уникально. Я, друзья, заметил, что походу в это дерево попала молния когда-то. Смотрите, друзья, какой длинный шрам. Вот здесь. Я не могу утверждать, что это молния, но похоже как молния. Если вы думаете что-то другое или нет, и это именно привело к тому, что оно наполовину подсохло и сломалось. Друзья, смотри, какая длина. Вот я сейчас схожу по нему. Длина дерева получилась этого где-то около 28-29 метров длины или высоту, или по-американски 93 фута. Это очень высокое дерево, 28-29 метров, почти 30. Если, наверное, когда оно стояло, то наверняка все 30 метров доставало. Вот смотри, нога, это вот верхушка, где аж заканчивается. Какие вот здесь ветки огромные. Когда оно падало, оно нам еще одно дерево сломало. Но упало, друзья, как раз, как я и планировал, как я и резал, как я задумал, чтобы оно упало. Так оно и падало в том направлении. Конечно, вот это дерево, оно немножко порвало кожу, так что оно тоже может подсохнуть. Не знаю, может заживет, может нет. Давай, друзья, все в смоле, мои руки уже в смоле. Полностью, вот видите, а еще сейчас покажу дерево, которое сломало полностью. Видите, вот, друзья, вот здесь, когда оно падало, оно просто, вот было тут еще одно дерево, оно его просто сломало полностью. Ну ничего, расчистим, будет немножко частей. И так пробовали вот здесь что-то, вау, упал, не выдержал. Так, еще раз заскакиваем. Да, и оно, еще маленькое деревце вот здесь сломало так же, как видите, друзья. И когда падало, вот это деревце поцарапало. Друзья, диаметр этого дерева оказался приблизительно 63 сантиметра или 25 инчев. И вот одна из самых главных причин, почему, друзья, это дерево не выдержало и сломалось во время небольшого шторма. Ну, ветер был немножко сильный, но он сломался. Вот видите, друзья, вот эта часть немножко прогнила. Вот она, мертвая часть дерева, которая уже не подавала никаких соков, и поэтому в другом месте оно перегнило. Вот здесь живая, вот здесь плоть дерева, или как правильно сказать, ткань дерева, вот здесь живая, а там мертвая. И как видно, вот здесь, в этом дереве, это все протрухло, полностью протрухло, и оно стало такое, умерло. И здесь уже всякая напасть, друзья, завелась. А, как видите, вот здесь я сейчас вам покажу, где именно перелом произошел. Вот здесь очень хорошо видно, видите, друзья,
полностью перегнило и высохло. Вот здесь все это мертвое, сухое. И во время небольшого ветра оно сломалось и пришлось его ложить. А во время резки, друзья, я сделал небольшую ошибку. А вот здесь, как видите, я сделал занадто маленький надрез. Надо было поглубже врезать такой треугольник. Из-за этого, то, что я сделал слишком маленький треугольник, дерево не упало от того, что я когда его полностью вот так перерезал. И оно повисло. Пришлось использовать трактора, привязывать шнурком и тянуть трактором, чтобы завалить это дерево. Здесь надо было где-то вот так, где-то больше, где-то вот так надрезать. Ну, получается, чтобы его положить. Вот так, друзья, смог я первое дерево положить самостоятельно. Теперь пишите, друзья, что можно сделать из этого дерева. На дрова или, может, на что-то другое пустить. Просто сейчас, на данный момент, я не знаю, что с этим деревом делать. Оно упало, его надо как-то разделать, я его порежу на части. Но дальше что с ним делать, абсолютно не имею понятия. Может, как-то бы его пустить на доски, но его надо как-то доставить куда-то. Ну, короче, смотрите, дерева очень много. Половину дерева, если его даже отправить или сделать что-то на доске или как-то его, вот эта часть придется, вот эту часть придется отбросить. А нормальная вот эта часть окажется. Ну, я не знаю, друзья, пишите в комментах, что можно сделать с этой сосны. Друзья, надеюсь, вам было интересно, и вы переживали за меня, как я его срежу, как я его положу. Все хорошо получилось. Да, мы получили много советов, друзья. Очень благодарю, как это надо было сделать. Многие писали, чтобы я вызвал службу. Но, как видите, друзья, вызывать вот на каждое это дерево, если вдруг что-то с ним случится или много, мне очень-очень дорого обойдется и просто будет нерентабельно. Надо учиться самому было. Поэтому я, друзья, решил его срезать сам, научиться. Я немножко порезал некие три деревья, то есть понял, как это все режется. И это было мое первое дерево, которое огромное из... такое огромное срезал. Хочу сказать, подметьте, что в Америке здесь, если вызывать службу, чтобы тебе срезали и убрали дерево, может обойтись или стоить за вот такое где-то от 800 долларов до 3, а то может даже до 4000 долларов. Так что это не очень дешевое удовольствие, это некоторые вещи приходится делать самому. Может быть, кто-то сделает и за 500 или за 400. Я вот сделал сам. Надеюсь, понравилось, как получилось. Теперь будем разделывать это дерево. Ну что, смотрите в следующем видео. До встречи, друзья!